Привет, друзья, с вами Валерий, и давайте продолжим трэшовать вместе с Василием, которому не терпится уже почесать кулачки об чьи-нибудь оскаленные зубы. Наподобие вот этих вот прогрессов, которые сейчас поднимают свою лапу. Главное не забывать парировать. Так, казним. Отлично. Все четенько. Есть. Ну давайте, кто следующий? Или это для меня проход открылся? А нет. Так. Отлично. Воу-воу-воу, чуваки с автоматом. Так, я один отберу. Ты не против? Отлично. Ну-ка. Еще бегут. С автоматами. Так. Одного обезвредили. У одного больше нет автоматов. Давайте второго. Чтобы ему неповадно было. Теперь можно и пристрелить. Так. У этих щиты. Щиты мы разобьем вот так. И тебе тоже. Так. Воу-воу-воу-воу. Главное вовремя уворачиваться. Так, я сломал ножик. Отлично. Того можно казнить быстрее. Отлично. Может, кувалду взять? С кувалдой будет немножко попроще. Совсем капельку попроще. Давайте возьмем. Поменяем автомат, где побольше патронов. Воу-воу-воу, жесть. Еще чуваки. Шли вон. Так, одного вырубили. Отлично, второго вырубили. Я еще и застрял тут. Так. Ни одного не убил, что ли? Сейчас мы исправим. Окей. Ну давай. Так. 20 патронов. О, шаулинские монахи. Так. Блин. Даже молот не спасает, смотрите. Их слишком много. И они быстрые, твари. Схватить бы какое-нибудь оружие, типа меча. Один раз полоснул, и меч сломался. Так. Отлично. Еще живой. Да сколько в тебя можно? Есть. Кто дальше? Кто дальше? И кто больше? Так, там чувак. Давай пока с тобой разберемся. Чтоб ты не мешал. Так, с автоматом. Окей. Погнали. Всех просто косим. Как траву. Еще бегут. Воу-воу-воу-воу. Так, обезоружить. Там еще один. Еще двое. Всех обезоружить. О, жесть, что творится. Мать моя женщина. Ты какой-то нереальный трэш. Воу-воу-воу-воу. Нет, беги, Вася, беги.
Фу, скосили всех. Это, о, это как? Блин, ружьишко-то не взять. Теперь. Так, ладно, возьмем по-другому. Еще. Вы, ребята, вы реально оборзели. Во-во-во-во, зажали. Нет-нет-нет-нет. Вали, Вася, вали. Нет-нет, главное, чтоб не убили. Во, жесть. А вот эти твари. Так, один готов. Вася, беги. Вася, беги! Это просто. Так, есть одному. Рубили? Тупик! Фу. Вот эти вот щитом. Нет. Нет! Вася, куда ты залез? Вася, беги. Такого трэша я еще не видел. Рили. Просто рили. Беги. Отлично. Так. Опять тупик. Свалил. Есть, щиты им поразбивали. Теперь можно и так их расстрелять. Так, давайте хпшку восполним. Е-бой. Так, ружьишка. Там один что-то загрустил. Что ты грустишь? Я сейчас тебя развеселю. Василий, говорит твой командир. Волков, да у вас тут прямо парад уродов. Приказываю тебе немедленно остановиться и сложить оружие. Слышишь меня, солдат? Я больше не солдат. Слушай сюда, ты говна кусок. Что сделано, то сделано. Твоих друзей не вернуть. Я готов простить тебя и отпустить. В этот раз навсегда. Сначала нам нужно кое-что обсудить. Ни хера нам не нужно. Ты уходишь сейчас же. Вася, брат, ты знаешь, что твоя пуля все еще у меня в башке? Вот уже 20 лет как. Напоминание о том, что я так и не обнял тебя на прощание. Сейчас я исправлю эту ошибку. Очуметь. Очуметь. И даже сохранки не будет. Вы чё, прикалываетесь, реально? Так, так, так. Его можно расстрелять? Ему плевать. Так. Просто, по идее, по всем законам игр, перед каждым боссом должна быть... О, отлично, отлично. Перед каждым боссом должна быть сохранка. Здесь почему-то... Какая-то проблема с этим. Жаль, что все так кончается. Мы превратились в заклятых врагов, но умрешь ты, как настоящий воин. Хоть и не заслуживаешь этого. Отлично. Нездоровый трэш такой. Что? И что мне дальше делать? Давайте возьмем какое-нибудь оружие. Так, нам пришлось немножко просто подождать. Ну и давайте продолжим. Следующая миссия называется «Ангар». Так, его можно было, в принципе, казнить. Воу-воу-воу-воу-воу. Так. Тебе мы... Пошел вон. Туда же. Ух ты, ублюдок, а.
Так. Отлично. Ничего себе, там лопнул он. Просто свои кишки разбросал по сидушкам. Так, куды? Ну, ребята, давайте приступим к трэшу. Здесь ни черта нет. Окей. О, живучий. Точнее, выживший. Идем дальше. Так. Пошел вон. Этих тоже всех выносим с автоматов. Так, этому бы щит сломать. Ну давай, пока ты здесь. Один. Отлично. Воу, я сохранился. Давайте восполним ХП. Раз уж нам позволили. Идем дальше. Снова монахи с прогрессом. О-о-о, сколько? Сколько там людишек? Так, 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 так. Где там? Вася, прыгай! Казнить? Отлично. Жизни. Жизни восстанавливаем, а то они как река. Фу! Жесть! Аж рука онемела. Двигаемся дальше. Воу-воу-воу, прибежала толпа дегенератов. Отлично. Сработано. Так, куды? Сюды? Воу-воу-воу-воу. Уже отбираем. Так. У этих тоже. Да. Пекаль такой ничёшный, в принципе. А, взорвись. Воу-воу-воу-воу. Так, тебе мы разобьем. Сейчас щит. Так. Еще прибежали. Вас я не ждал, ребята. Вася, Вася, беги. Нет. Васек, держись. Держись. Снова сохранка. Сохранка в такой трэш. Вы что, издеваетесь? Так. Так, казнить, казнить, урода. Второго. А, тут сам сдох. Ладно. Так, может тут автомат есть? Какой-нибудь. О, отлично. Автомат порезче будет. Он еще и с пистолетом, ублюдок. Окей. Всего три патрона. Три выстрела всего. Да, хватит махать меня своим мечом. Хорошее. Окей. Покушай там. Давайте еще. А, этого никак? Окей, давай тебя. Не его, так тебя. Так, мне нужна твоя булава. Так что, извини, я тебя сейчас укокошу.
еще там? Я сначала не понял, почему у него появилась сразу казнь. Значок казни. Ну давай тебя. Так. Теперь ломаем щит. Так. А, зачем я? Окей. Смотрите, прям снежок такой на улице. Ну, не на улице. Мы, видимо, уже на самом верху почти, да? Получается. Так, этого не казнить сзади. Давайте его так. Не проблема. Так, отбираем у него автомат. А, у этого тоже пистолет. У этого автомат. Воу-воу-воу, все оружие отбираем нафиг. Нечего им тут. Давай, Вася, не в ту сторону стреляешь, но... Кто тебя стрелять учил? Так. Хорошая. Дай мне свое ХП. Берем автоматик. Еще чувак с автоматом. Окей, ладно. Эта пушка нормальная, разброс у нее большой. Но гасит вообще по-лютому просто. Так. Блин, можно было их казнить. Воу-воу-воу-воу-воу! Отвали от меня! Нифига как они могут еще. Жесть! Так, вот эти уроды меня вынесли. Точнее, вот этот с пистолетом, по-моему, бахнул меня. Ну давай. Давай, подходи. Можно тебя сюда запихать? Отлично. Сделали фарш из дровяка. Так, пистолет. Так, автомат отобрали или нет? Я так и не понял, что-то. Окей. А! Вася, нет, только сейчас не сдохни, пожалуйста. Пожалуйста, я прошу тебя. Воу-воу-воу-воу-воу, это жесть. Восполним ХП. Так, столько оружия лежит. Прям любой на выбор. Отлично, сохранка. Так, еще один с автоматом. Теперь вас гасить. И тактику проработали, в принципе, с ними. Где здесь стоит, блин, сливается со снегом как ниндзя. Умри. О, два чувака с щитом. Окей, давайте этого обезвредим теперь. Воу-воу-воу-воу. Надо вот этого, чтоб не мешался. И хпшку остановим. Так. Да куда ты? Я хочу щит разбить. Фу, есть. Получил по харе. Ну-ка.
А, из-за этого дыма ни черта не вижу. Блин, если бы не огнестрельное оружие, я бы тут уже раз 20, наверное, коньки отбросил. Спасает. Круто. Так, куда теперь? Где выход? Не понял. Куда бежать? А, вот. Компьютер. Эх. О! Так, 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 чувак, 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 чувак. Почему Вася живой? Недалеко я здесь сохранился, давайте. Давайте этого обезоружим, казним сразу. А этих мы сейчас так вот выносим. Отлично. Так. С тебя мы сейчас хп заберем. Крутяк. Воу-воу-воу. Не, с монахами я тоже не хочу, они слишком живучие, падла. Да блин, я все мимо. Сдох, да? Отлично. Так, нормальный автомат. Все. Вынесли. Ну, у нас... О, еще! Шо, вон. Так, пока он застрял, можно его и погасить с автомата. Здорово также, наверное. Фу, мне повезло просто. Давайте возьмем палочку. Выручалочку. Так, обезвредим. Отлично. Этому стулом. Я чё там, убил стулом прогресс? Штяк. Тут еще один автомат. Есть. Иди сюда. Пока застрял, можно воспользоваться моментом. Блин. Есть. Иногда выручают вот эти вот баги, когда они застревают в этих, в текстурах. Тут еще один, да? Окей. Как, например, вот здесь. Он застрял, и я ему сломал спокойно щит. Штяк. Так, у меня еще ни черта нет. О, пекаль лежит. Есть. Сохранку мне давай, ну. Отходи. Все, уворачивайся. Так, уворачивайся, уворачивайся. Да почему ты силовой удар не сделал? Бой. Эк. Ну вы постойте, постойте там в сторонке. Подумайте, нападать на меня, не нападать. Видели, как я голову ему оторвал? Задумайтесь. На, чё ты там рыпаешься? Ублюдок. Давай казни. Что-то замахнулся и стоит, думает, бить или не бить. Вот в чем вопрос. Так, здесь повыносили ублюдков.
Отлично, сохранка. Так, с автоматом. Надо срочно отобрать автомат. Идите в пень. Всех, кого можно, автоматом мочим. Кого нельзя, бьем кувалдой. И казним также кувалдой. Воу-воу-воу-воу, пошли. Вон, ублюдки. Вас сюда никто не звал. Так, ХП, отлично. Фу. Коротышка этот шаулинский под ногами путается. Почти полностью восстановили, смотрите, жизнь. Это радуется. Так, автоматика нету, да, здесь? Никакого? Печально. Еще один. Вот этот с автоматом. Еще один с автоматом. Так. Умрите, умрите. Главное не стоять на месте, получается. И стрелять почетче, а не то, что я. Да заманали эти с щитами. На рожон лезут. Так, одному есть. Второму есть. Стрелять их нафиг. Блин, живучие падлы. Есть. Блин, ребята, такого трэша я не видел никогда. Просто жесть одна за одной какая-то. Чего курили разработчики, когда делали эту игру? Отцепись! О, нет. Так, главное не затупить. Все будет окей. Пекаль пустой, пустой. Так. Щиты у всех сломаны. Отлично. Отлично, ХП. Нет, 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 там электричеством. А, у меня сломалось что-то. Отвали! Отвали! О, жесть. Чуть не убил. Просто был на грани. Компу надо подойти. Это я, Федор. Что дальше? Эта дверь приведет тебя в командный центр. Там и находится Волков. А мои братья? Я уже иду за ними. К счастью, их камеры больше никто не охраняет. Все силы были брошены на защиту Волкова. Если ты меня обманешь и не освободишь их, я тебя из-под земли достану. Не волнуйся. А ты передай Волкову, что Федор Сахаров здесь больше не работает. Увольнение такое. Отлично. Я так понимаю, это финал, друзья. Это трэшевый финал, я так понимаю. Так. Всех головой об стены. Ибо нефиг. Сюда иди. Так, ты тоже сюда же. Вырубил. Окей.
Ну давай. Камон. Дальше пойдут в ход вазы. Блин. О, жесть! Это еще. Зачем? О, жесть. Как так? По идее, должен был Вася его вырубить. А! Главное, не гори, Вася. Так, 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 отбирай автомат. Почему автомат не отбирает? Так, вот этими с автоматами надо их... Да отвалите, но! Отбирай автомат. Отлично. Гасим, 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 гасим всех. О! Отлично. Валим, 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 валим. Вася, только не гори. Я тебя умоляю. Фу. Жесть. Это жара. Это просто жара. Ай! Загорелся. Опять загорелся. Вася, ну что ты творишь, а? О, жесть, еще. Ребята, вы издеваетесь? Разработчики. Вы че вообще? Вы нормальные? Отлично. Сработано, Вася. Так держать. Шаолинь. Шаулить пошел нафиг. Вася, не гори только. Оу, е. Жесть. Так. Пока не видно этого чувака с щитом. Надо... Вали, Вася, вали. Загорелся, блин. Ай-яй-яй-яй. Есть. Фу, жесть. Можно выдохнуть. Ну ты-то что спрятался-то, а? Скажи мне на милость. Давай мы восполним хп. Еще! О, жесть. Так, 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 нет, 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 нет! С пистолетом! Отбирай пистолет, ну, Вася, не тупи! Фу! Я думал, сейчас сдохну. Жесть. Просто полная жесть. Так, остались... Остались со щитами, да? Так, есть. Нет, 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 ножичком ты точно его не пробьешь. Вали, Вася, не делай так больше. Вали, 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 ну. Так, этот сдох. Тьфу, автомат у меня сдох. Ты не сдох. Блин. Окей. Ну какие вы живучие. Сколько можно? Хотя бы один-то из вас сдохните уже, наконец. Дайте мне какую-нибудь кувалду. Ах ты, урод. Пощечину мне дал. Нет! О, можно казнить. ХП, ХП. Есть. Есть один готов. А, нет, живой. Ну, теперь будет мертв. Отлично. Подходи. Просто с
смачники такой удар. Ну что, всех загасили? Это просто трэш, ребята. Это просто, вы сами видите на своих экранах. Такого я еще не видел. Так, а куда мне? Где? Вот вход. Отлично. Однако, Василий, ты прошел сквозь моих людей, как бензопила. Даже Беркут не справился. А ведь вы вместе начинали. Я дал ему все, чтобы стать лучшим. Но ты все равно отхуярил его, как жалкого бомжа. Скажи мне, умоляю, ведь тебе же понравилось снова своими руками убивать и разрушать. Я делал то, что было нужно. Ни хрена. Это был твой личный выбор. Ты знал, что сможешь это сделать. И ты снес все на своем пути. Подобно Богу. Хватит трепаться, генерал. Это конец. Я знаю, что тебе понравилось. И наша битва понравится тебе не меньше. Ну что, друзья? Сначала нужно отключить его защитную систему. В комнатах справа и слева от лифта есть терминалы. Ну что, друзья? Финальный босс, так, слева и справа у нас получается. Тут ловушки еще огненные. Окей. Так. Ай-яй-яй, жопу поджег. Еще разок. Как же без этого? Еще раз пробуем. Оп, отлично. Получилось. Так, здесь так. Есть. Как по таким. Оп! По таким квадратикам. О! Так, ну здесь более-менее. Ай! Жопу поджег все равно. Окей, а здесь как? Так. Блин! А! Понятно. Надо вот так вот в противоположную сторону вот так вот. Здесь вниз. Да ё-моё! Окей, а здесь? Фу! Получилось! Отлично. Так, отключили. Здорово. Ну ё-моё. Ну да, как же без вас-то, ублюдки. Так. Пистолет отбираем. Без вас никуда, людишки. О, там еще электричество, смотрите. Так, можно ХП восстановить. Отлично. Е-бой. Давай, подходи. Оп. Сохраночка будет, нет? О, жесть. Так. Как бы нам здесь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет, нет, нет. Да блин, переборщил. Так, еще одна попыточка. Убегаем. Отлично. Здесь не медлим. Фу, отлично. А тут как? Фу, жесть. Так. Ну там клетка одна. Отлично. Ебой. Ай-яй-яй-яй-яй. Нет, 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 нет. Вася, Вася, вали. Фу. Отлично. О, блин. Так, теперь главное, Вася, не стой на месте.
Давай, отбирай автомат. Ну. Отлично. А, жесть. Забрали пистолет. Здорово. Мочим, мочим гадов. А, черт. С ножом. Жесть, я просто... Я не знаю... Что это за игра? Кто это придумал? Я просто почти два часа трахался с этим местом. Извиняюсь за выражение. Просто жесть. Пистолет возьму. Тебе нравится, что я сделал с твоими ублюдочными друзьями? Ты ублюдок. Я сейчас с тобой это сделаю. А, еще прибежали твари. Ну сколько можно-то бить тебя? А, отлично. Ай, фу, успел. Так, казнь. Есть. Молот. А! Цапанул меня все-таки. Мне нужен молот. Жесть, ублюдок. Ну и как? Тебя бить. Ух ты! Ну-ка, а если... Нет, нет, нет! Фу. А если попробовать... Отлично. Я выверну тебя кишками на... Блин. Я выпью твою кровь. Я тебя выпью. Отвали! О, жесть. Да сдохни ты уже! Нет! Фу. Вытащили его? Вытащили его из колбы? Чуть не забыл. Сахаров просил передать, что именно он помог мне добраться до тебя. Отвали! Федор Сахаров, глава биоинженерного отдела. Мне нужно... А? Отлично. Хорошо, что именно ты убьёшь меня. Я всегда знал, что ты... Да умри ты уже. И ты не подвёл меня. На! Если бы искупление наступало нажатием на одну кнопку, то это она. Нажмите «Успокоение». Нажмите «Гармония». Нажмите «Спасение». Нажмите «Просветление». Оставляя взрывы за спиной, меня не покидает мысль. После того, как это все закончится, после того, как братья будут спасены, а остатки моего прошлого сгорят дотла. Ведь это должно помочь медитации. Тысячное утро покоя. Счетчик пошел. Ну что ж, друзья, вот и пройден этот трэш. Это просто хардкор, реально. Блин, у меня слов просто нету после этой игры. И добило то, что финальный босс. Легче самой игры, просто. Разработчиков надо на кол, просто на кол посадить. Насколько я люблю хардкорные игры, но это чересчур, это просто, это выше всякой планки. Не знаю, это, наверное,
первая хардкорная игра, которую я поиграл за долгое время просто. Вот. Ну и второй раз я точно играть в эту игру не буду, не собираюсь. Это чересчур. Нервы и так дороги. Вот. Ну а кому, кто любит жесткий хардкор и трэш, игра понравится, я думаю. А я со всеми прощаюсь. До новых встреч, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.